Приветствую, дорогие друзья! С вами Кайтстример, и возвращаемся в Planet Crafter. Долгожданная обнова 0.8. Космическая торговля и земноводная. Погнали знакомиться. Как следует из названия, в игру добавили космическую торговлю и земноводных. Но давайте начнем знакомиться с обновой, с более простых вещей, которые тоже добавили в игру. В игру добавили новые сооружения под 9A и под 9B. Они перед вами. Вот такие вот постройки. А нижний этаж это A, верхний этаж это B. С практически панорамным остеклением, с прозрачным куполом. В общем, прикольно, удобно. А в игру добавили цветные двуспальную кровать и диван. Просто подходишь и выбираешь цвет, какой тебе хочется. Сегодня будет зеленый, а тут будет желтый. Построить под 9A и под 9B не очень сложно. Требуется железо, суперсплав и в одном случае титан, а в другом случае кобальт. А теперь по поводу вот этих кроватей и дивана цветных. Требуется смарт-фабрик. Изготавливается смарт-фабрик в биолаборатории. И, в общем-то, это довольно-таки дорогой ресурс. А в игру добавили кухонный уголок. Кухонный уголок из предыдущей обновы, посвященной дню рождения. Здесь можно изготовить шоколад, муку. Ну, а уже из муки и шоколада у нас появится возможность сделать круассаны, печеньки и торт. Но тут для торта еще потребуется мед. Фишка в том, что какао не так-то просто добыть. И пшеницу. Мы что на этом остановимся. Игру делали французы. Удивительно, что они не предложили кое-что другое приготовить. Сами догадаетесь, что. В игру добавили контейнер 3. Контейнер 3, выглядит он вот так. Требуется два суперсплава и печатная плата. Огромный контейнер. В общем, можно разгрузить весь инвентарь. И еще будет куча свободного места. Так, давайте кухонный уголок. Кухонный уголок готовится из печатной платы и суперсплава. Так, отправимся в биолабораторию. В биолаборатории можно изготовить смарт-фабрик. Требуется две ткани и еще печатная плата. В общем, печатные платы надо все время изготавливать. Также появился мутаген 4. Готовится крайне просто. Мутаген 3 плюс просто мутаген. Он позволит нам разнообразить наших лягушек. Итак, когда у нас будет мутаген 4 и яйца лягушек, мы можем подойти к инкубатору и начать экспериментировать. Лягушки плюс мутаген 3 или 4 плюс удобрение позволяют нам получать другие яйца лягушек. Лягушек довольно много. Они разные окраски. Ну, пойдемте посмотрим. Несколько лягушек у меня есть. Вот это фермы с лягушками. Так, где они? Они вот здесь. Фермы для амфибий. Требуется удобрение, обыкновенная личинка, бутылка. Подходим, сюда запихиваем яйца и плодим лягушек. Они иногда кого-то ловят. Вот, ты видел? Комарика вкусного. Так ему и надо.
Где добыть яйца, я, честно говоря, так и не разобрался. В воде их нет. Ну, по крайней мере, я не смог ничего тут выловить. Здесь только фитопланктон и яйца для рыб. Никаких яиц для лягушек тут нет. Есть вариант через космическую торговлю притащить лягушек. И мы сейчас как раз этим займемся. Так, погнали. Космическая торговля. Значит, появилась новая, пусковая установка. Значит, Trade Platform. Требуются 3 печатные платы, стержень из суперсплава, ракетный двигатель и урановый стержень. Но будет у нас многоразовая ракета. Многоразовая. Значит, как это работает? Подходим к экрану. Нам говорят ценник. Сколько стоят ресурсы? Это то, что мы можем отправить. От нас хотят получать пульсирующий кварц, урановые стержни, иридиевые стержни или печатные платы. Мы вот это все добро откуда-то берем. Вот я откуда-то это взял. Так, я провалился. Загружаем в ракету. И отправляем. Здесь оценка. Там было написано, что мы 120 чем-то токенов. Но говорит, сейчас тебе доступно 89 токенов. А вот эта штука прилетит через 10 минут. Надо 10 минут ждать. Значит, там мы отправили наш груз, и нам должны вернуться токены. А здесь я поставил еще одну Trade Platform. Здесь давайте мы закажем себе. Денег у меня практически нет. Что можно вообще заказать? Можно заказать семена какао, семена пшеницы. Вот как раз делать круассаны, тортики. Яйца для лягушек. Но тут только десятые. Я даже не знаю, можно ли их разобрать в первые. Через эту штуку для разбора ингредиента. Значит, здесь есть микрочип для дивана, для кухни, для двуспальной кровати, для вот этого смарт-фабрика, для контейнера и вот этих под 9A и под 9B. Стоит это, например, 25 тысяч. Ну, вот если как бы мне арифметика дается хоть как-то, 25 тысяч токенов, то пульсирующего кварца надо 5 тысяч. Прикинь, это один из самых дорогих здесь ресурсов. Ну или 5 тысяч плат. И ты сможешь сделать под 9B. Красота просто необыкновеннейшая. Как ты жил без под 9B? А может быть под 9A тебе нужен. Всего 2000 кварца. Вот, в общем, давайте здесь закажем семена какао. Потому что на другое денег нет. Надеюсь, нам привезут. О, привезли семена какао. Отлично. Ну что ж, в целом прикольная обнова, но если это все, то это довольно короткая обнова. И будем ждать, в общем, еще каких-то пояснений. Это бета-версия, поэтому будем ждать еще сообщений от разработчиков. Так в целом, тут все понятно. Если все завязано на том, что просто нужно очень много копить токенов, в этом что-то есть, очень много. То есть, если там набрать пару тысяч на все, окей. Вот, если я с помощью мода себе нахреначил и заработал там пару сотен всего, а нужно 25 тысяч, то это, конечно, жуткий гемор. И это как бы не улучшает игру, по-моему, ни хрена ни разу.
Как так? Ну, в общем, будем ждать. Это, еще раз, бета-версия обновы. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.